Сегодня главный антимонопольщик области Алексей Ширков сообщил белгородским журналистам о нашумевших делах прошлого года. Больше всего жалоб поступило в ведомство на нарушение закона при госзакупках. Из почти 500 таких обоснованными УФАС признала лишь каждое четвертое обращение. С нарушителей только в прошлом году взыскали 2,5 миллиона. В поле зрения антимонопольщиков попадали и случаи недобросовестной конкуренции на рынке. Одно из таких дел до сих пор рассматривается в суде. В числе фигурантов сразу несколько фирм, которые выиграли тендеры на поставку медпрепаратов в больницы ряда регионов страны, включая Белгородскую область. УФАС выяснила, при проведении аукционов компании только создавали видимость конкуренции, тем самым не раз нарушив закон. Действия их были направлены на минимальное снижение начальной максимальной цены на аукционах для того, чтобы получить наибольшую прибыль. И, соответственно, через эти аукционы формировалась начальная максимальная цена на рынке. Такая схема позволила компаниям выиграть более 300 аукционов. Каждый шестой проходил в нашем регионе. Антимонопольная служба доказала факты сговора фирм на торгах и передала дело в суд.